Сегодня в городском отделе МВД чествовали тех, кто верой и правдой служил ведомству с момента его основания. 17 апреля отмечается День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Я еще раз хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов накануне 30-летия нашего отдела, который будет у нас в мае этого года праздноваться. Почетными грамотами от Совета ветеранов МВД и памятными адресами за многолетнюю и безупречную службу были отмечены 22 человека. Еще один получил медаль от организации. Поздравления стихли лишь на минуту. Минуту молчания. Память о тех, кто погиб во время исполнения служебного долга. В конце мероприятия ответное слово взяли и сами ветераны. Они посоветовали действующим полицейским не спешить с выходом в отставку. Не торопитесь к нам, не торопитесь пополнить ряды пенсионеров. Я вам скажу, ваша задача – это хорошо и верно служить Родине здесь, в этом строю, и служить верой и правдой своему государству, Родине, своему народу.